3 вертолета для пограничников. Одесская авиационная эскадрилья получила пополнение техники в рамках соглашения между правительством Украины и Франции. Всего пограничники страны получат 25 летательных аппаратов для патрулирования украинских границ. Какое оснащение теперь есть у эскадрильи, смотрите в сюжете. Для этих французских красавцев на школьном аэродроме обустроили специальные ангары и вертолетную площадку. Парк прикордонной авиации пополняется машинами самые H-125. Вот на данный час пробыла очередная партия, они пробывают поступово. Летчики погранотряда такой техники рады, поскольку оснащена она современным оборудованием. Современное оборудование, которого границы Украины еще не видели. Вот это, к примеру, прожектор, который освещает всю территорию, которую патрулирует вот эта машина из Франции. Еще тут есть лебедка, ее можно использовать, к примеру, для спасательных операций. И вот это, представьте себе, камера, которая в режиме онлайн передает изображение на землю. Такие же вертолеты используют и в Соединенных Штатах Америки, и во всей Европе. На борту одновременно могут находиться 6 человек, а в салоне установлены сенсорные экраны. Цей гвинтокрил відрізняється від попередніх зразків техніки, на яких зараз літає наша прикордонна авіація, в першу чергу своєю економічністю. Цей вертоліт має розхід палива у 5 разів менший за Мі-8. Уже в ближайшее время эти вертолеты отправятся патрулировать государственный рубеж. Ивана Герасимчук, Денис Ларко, 7 канал.